Ну что, выиграть сегодня не получилось. А есть какие-нибудь положительные стороны, которые отметить можно в своей команде? Конечно. Несмотря на то, что победа нам сегодня была не по плечу, мы потренировали защиту против быстрого отрыва. И как, успешно, как думаешь? Ну, если не смотреть на счет, то довольно успешно. Ага. Много сегодня забил? Я видел несколько просто бросков, прям подряд ты раз-раз подбегал к трехочковой. Да, и да, почему да. Почему ты так поздно начал делать? Ну, вот первую половину как-то не получилось бросать. Больше сконцентрировался думаешь, на... Как будут больше бросков давать тебе? Все зависит от игры. И от тренера, да? Конечно, конечно. Понял. Но самое главное – тренировки, ребята, все ходите. Выходите? Стараемся. Ну, не ходите, да? Стараемся. Понял, удачи, спасибо. Спасибо.